В 20-й школе продолжают развивать спортивные секции. В преддверии соревнований мы побывали на открытой тренировке у спортивных лучников. Этим спортсменам есть чем похвастаться. Спортивный лук – олимпийская дисциплина, так что его детское развитие может дать нам в будущем хороших спортсменов. Руслан Блейхер загорелся этой идеей и открыл единственную в области официальную федерацию. Детей бы, конечно, хотелось видеть больше, но не получается вместить просто большее количество. То есть мы сейчас максимум набрали по нашему времени, по помещению, по доступному нам. То есть хотелось бы, конечно, дальше развиваться. В летнее время численность стрелков увеличат в связи с тренировками на открытом воздухе. Любой желающий, независимо от возраста и пола, может попробовать свои силы в этом виде спорта. Я пошел сюда, потому что мне в основном был интересен лук. Я добился таких результатов. В тех годах я не получал хороших результатов. Но в этом году я на квалификации настрелял на первый взрослый разряд. Лично я думаю заниматься еще до конца школы. Тем, что вообще в области нету больше таких интересных секций. Соревнования для маленьких стрелков пройдут 14 апреля в спортзале школы номер 20.